Сегодня ночью загадываем желания, если, конечно, тучи не помешают. Астрономы обещают, что звездопад, кстати, один из самых крупных, достигнет пика своей активности. По прогнозам Международной метеорной станции, ожидается до 150 метеоров в час. Это те самые звездные дожди из потока Персеид, которые обрушиваются на Землю всякий раз, когда планета проходит сквозь шлейф, оставленный кометой Свифта-Тутля при сближении с Солнцем. Падающие звезды появляются в ночном небе со стороны созвездия Персея.